Ребята, всем привет! Сегодня 19 сентября, и я отправляюсь на речку ловить белую рыбу. А в частности, попробую поймать леща. Я не такой уж специалист в фидерной ловле, но я взял с собой два удилища, замешал две пачки прикормки, надеюсь, на день хватит. Я буду ловить где-то за 200 метров до устья Наровы, где река Яма втекает в речку Нарову. Место ловли выбрано не случайно. Два раза уже пробовали там ловить. Один раз с Вованом. Наловили там, ну, как лещей, таких лещей-подлещиков до килограмма. Поймали 6 штук, и в прилове было много еще белой разной рыбы. И второй раз, тогда я был без камеры. Второй раз я взял камеру. Мы со вторым брательником Илюхой поехали туда ловить. И весь световой день не было поклевок. Как только стемнело, начало клевать, но надо было уезжать. И в итоге ничего не снял, видео не получилось, было темно. Вот третья попытка. Я уверен, что рыбка там есть. Сейчас я ее закормлю. И надеюсь, она в скором времени отзовется. Для ловли у меня есть целый световой день. Поэтому... Но этого все равно мало, так как уже где-то без 27. А темнеет уже в 8. То есть у меня есть часов 12 плюс-минус. Поэтому не буду терять время и стартую. Так, ну что, будем раскладывать вещи. Боюсь, что, конечно, ветер будет мне сегодня немного мешать писать звук, но как есть. Уже заказал себе микрофон, петличку, но пока так. Старый добрый столик. Вчера приобрел садок, а то не было. Купил какой-то, не знаю, наверное, китайский, но, по крайней мере, туда будет удобно рыбку складывать. Так, оба фидера уже оснащены у меня, поэтому можно приступать. Я ловлю вот с такими трубочками. Наверное, профессионалы скажут, что это грубо и неправильно, но рыбка клюет, и я рад. Так, вот здесь у меня моя прикормка. Я думаю, надеюсь, хватит. Может, еще увлажнить? Да, вроде пока нормально. Возьму сюда, выпотрошу опарышей. Иногда они пусть попадаются в кормушки. Ну и плюс отсюда буду брать, насаживать. Буду использовать кормушку 100 грамм. А вот так. Ага. Буду заряжать следующий. Ну,
все, остается только кормить и ждать, когда подойдет рыба. Все только начинается, надеюсь, день будет отличным. Так, а вот и первая рыбка. Малюсенькая плотва. Это здорово. Значит, будет плотва и крупнее. Так, ну эту мы, конечно, отпустим. Текс. Опа. Бьет. Опа. Так, ну что там? Вот такой вот окушара, честно говоря, не особо желанный гость. Ну ничего, будем надеяться, что это случайность, а не закономерность. Пробуем попасть в ту же точку. Да, то, что надо. И второй в то же место. Да. Да, ребят, смотрите, что делается. Блин. Ты, конечно, не очень классно, эти будут надоедать. Мелочь вот эта окуневая. Они еще заглатывают так, что их живыми тяжело выпустить. Так, а здесь у нас что? Тоже кто-то есть. Кто-то не крупный. Тоже окунь вроде. Блин, и что с ними делать? А? Как от них отбиваться? Ну, пока ничего, пока буду как-то ждать. Может, кто-то их прогонит. Да, вот этого не хотелось, конечно, но что делать? Так, попробую посадить побольше опарышей и закинуть поближе к руслу. Может, смена места и то, что нет червяка, как-то отпугнет их. Опа, ну-ка, 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 ну-ка. Еще разик, еще. Кто-то есть? Надеюсь, это не окушок, потому что я сменил место, посадил только опарышей. Кто-то потяжелее идет. Это радует. А, это плотвичка. Тоже маленькая. Поменял место, кидаю чуть ближе к руслу реки, на дальнюю бровку, можно сказать. И отозвалась плотвичка. Она совсем не крупная, но кину ее в садок. Во-первых, и садок нужно обновить. А во-вторых, чтобы посмотреть потом в конце на результат рыбалки. Здорово. Такие осторожные поклевки. О, кто-то есть. Кто же там такой? Только бы не окунь. А так любому зверю буду рад. Оп, лодка. Такая же мелкая, но это радует. Подойдет и крупнее, если есть такая. Вот тут. Жарко становится. Солнце поднимается и становится жарко. Мелкий окунь и мелкая плотва клюет, но хочется крупнее. Будем ждать подхода большой рыбы. Вот это поклевка была. Прям серьезно. И
Да, кто-то есть. О, плотка. Блин. Она все мельче и мельче, как будто. Ёпты. А это у нас кто? А это у нас, ребят, елец. Ничего себе. Я ельцов только весной ловил. Хотя, может, это... Честно говоря, не сильно разбираюсь. Может быть, это уклейка. Но, по-моему, елец был вот таким, когда я ловил. Подскажите в комментариях, елец или уклейка? Ага, кто-то есть. Кто же там такой у нас? А! Показалось, что потяжелее. Такая же мелкая плотвичка. Ну хоть так. Хоть так. Ловим. Где же крупная эта рыбка? Плотва клюет часто, одна за одной. Сходит, наверное, которая еще совсем маленькая. Но я надеюсь, я кидаю в одни и те же точки. Надеюсь, сейчас крупная рыбка увидит стайку мелкой, подойдет, отобьет место, еще крупнее, и все будет хорошо. Кто-то есть мелкий. Ну какой засранец, а? Ну откуда ты взялся-то? Только сажаешь червя, и вот такие друзья начинают клевать. Мне они вообще не нужны. И это меня не радует. И как они заглатывают. Прикольно, конечно, что клюет, но хочется дождаться подлещиков, потом лещей. Поэтому, наверное, пока червя уберу. Жаловался, что клюет мелочь. Теперь все в порядке, она не клюет. Совсем ничего не клюет. Ну ничего. Ничего. Подойдет. Ветер, конечно, мешает. Ребят, ну посмотрите, что делается. Садятся такие окуньки, даже поклевку не видно. Он пару раз дернет, думает, что это была поклевка, он уже сидит. Блин, как же от них избавиться-то, а? Мелочь! Ушла? Еще две недели назад были подлещики такие, грамм по 800. Ну я жду, может придет. Кормлю. Плотвичка. Ну совсем маленькая. Ну куда ж ты? Беги. Плохо вымывается кормушка. Надо дно у нее снять. Потому что... лишнее оно. Вот сейчас будет получше. До этого как-то вымывалось, сейчас нет. Ладно, без дна будет лучше. Была поклевочка. И вот он. Малец. Снова такой. Опять плотка и опять маленькая, ну слишком маленькая. Как же ж так? Неужели правда крупной нет? К
Грязное это дело, конечно. Рыбалка на фидер. На спиннинг руки чистенькие всегда. А здесь в каше. Ну ничего, главное, чтобы рыбка была. Это уже не смешно даже. Такая вот хирость. Где же твои родители? Иди скорее. Так, кто у нас здесь? Эх. Мелкая плотва. Опа. Кто-то сидит. Опять мелочь. Вот такая вот плотвичка. Блин, одна меньше другой. Подходят все меньше и меньше. А должны вроде крупнее и крупнее. Странно. Ладно, ждем. Ну что, еще малек? Да. Еще малек. Ловится мелкая плотва. Ветер, конечно, все обламывает. Дует в леску. Кажется, что это какие-то микропоклевки. А еще, когда такая мелочь клюет, там... Блин, не разберешься, где ветер, где поклевка. Сложновато, конечно, ловить. Может быть, ближе к вечеру что-то будет. Но сейчас и вправду нет. Ни одной не было такой рыбки приятного размера. До этого, когда мы ловили, были крупные красноперки, такие больше 200 грамм. Были подлещики, ну и почти лещи такие около кило. Сейчас же, ну, голяк. Мелкий окунь, мелкая плотва. Может, и впрямь рыба куда-то ушла. Ладно, ждем. Что-то чуть потяжелее идет. Ну, по крайней мере, посильнее сопротивляется. Либо это окунь злой, либо плотва чуть покрупнее. О, это окунь злой. Ого, красавчик. Не, ну таких полосатиков ловить я уже согласен. Если бы такие ловились, то это было бы здорово. О, какой красавчик. Такой приятный размерчик. О, кто-то вроде сопротивляется. Ага. Наверное, опять, ага, окунёк. Ну, не, ну если такой, как в прошлый раз, то на это я уже согласен. Нет, поменьше, но все равно не самый маленький. Есть кто-то. Поклевка суровая. А окунь нет. Не, ну вы серьезно? Наверное, пора пообедать.
Опять плоточка. И опять такой же размер. Ну что такое? Это просто микроокунь. Ну ничего. Все равно рыбалка-то удается. Даже таких ловить. Ну, не то, что приятно, но они клюют, и я не одинок. Да, размер сегодня, видимо, только такой. Блин, уже почти всю прикормку скидал. А берет только такая плотва. Не знаю уже, сколько отпустил. Ну что, кто-то отозвался? Такой полосатик. Ой, как он далеко его съел. Все, ребят, терпение кончилось. Блин, несерьезно. Здесь уже нахожусь 11 часов. И прикормки уже нет. Наверное, буду скручиваться, поеду домой. Надо посмотреть, что там в садке, отпустить рыбку. Но все равно, рыба была. Поклевки были часто, вот сейчас прекратились. До этого были постоянные поклевки. Вот опять поклевочка. Ветер немного мешал сегодня. Кормушки сносил. У меня кормушки одна 80 грамм, другая 100, и все равно их по чуть-чуть двигал. Ладно, сижу еще 15 минут и буду собираться домой. Вот все, что поймал за сегодня. Слезы. Пока рыбка живая, надо отпустить.